37-летняя Юлия Ковальчук любит сексуальные образы. На этот раз супруга 38-летнего Алексея Чумакова превзошла сама себя. Блондинка появилась на праздновании 50-летнего юбилея одного из своих друзей. Экс-солистка группы «Блестящие» выбрала крайне дерзкий наряд. Певица надела сверкающее платье в пол с головокружительным декольте и экстремальным разрезом до самой талии. Под нарядом жены Алексея Чумакова не оказалось нижнего белья. Когда юбиляру 50, платье подбираю специальное, с юмором написала Юлия в Инстаграм. Поклонники восхитились ее смелым выходом. Юлечка просто бесподобна, юбиляр точно скинул пару десятков лет, глядя на вас. Когда юбиляру 50, может быть и инфаркт от такого платья или от ревности жены, написали фолловеры. Ковальчук призналась, что в таком наряде ее грудь может вырваться на свободу. Сказала мальчикам, чтобы сегодня следили за моей грудью, пояснила поп-звезда на видео в Instagram Stories. Вадим Галыгин заверил Юлию, что постарается взять эту миссию на себя. Недавно Ковальчук показала, в каком образе встречает мужа по утрам. Певица избавилась от целлюлита без диет и голодания. Звезда похвасталась фигурой в бикини,